weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. Сегодня 21 июня 2019 года. День нашего торжества, день создания нашей семьи. День нашей свадьбы, мы долго к этому шли. Сегодня замечательная погода, все для нас. Долго ждали этого события, планировали и так далее на протяжении 2 лет. И вот все-таки дождались. Это самый счастливый день. Будет сегодня все круто. А дальше их будет больше и больше. Друзьях, близких, но самое главное, мы ищем того единственного человека, человека, который будет нужен тебе, как воздух, а ты будешь нужна ему. Женя, он у меня очень серьезный, он ответственный, с ним я чувствую себя уверенно, то есть я могу ни о чем не волноваться, он думает за двоих. В первую очередь, она у меня красивая. На сегодняшний день самая красивая она. Не любит вкусно покушать. Меня любит. Мы с ним особо не ругаемся. Характеры у нас разные. Хотя, в принципе, одинаковые. Что он вспыльчивый, что я. Он мужественный, благородный, настоящий мужчина и, несомненно, самый влюбленный жених. Встречайте, Евгений! Изысканная и божественно красивая невеста Евгения в сопровождении папы. Женя сделал для меня неожиданно. Это был мой день рождения, 15 июня, ровно почти год назад. Это было на фотосессии, мы с ним договорились, так сказать, он сделал мне такой подарок на день рождения. Чтобы были качественные снимки, так далее, то есть платье и так далее. Подарок. Соответственно, договорился с сотрудниками фотостудии, чтобы сделать ей предложение. Они мне помогли в плане музыки, в плане организации. Сказал, что якобы вышел на 5 минут по делам. Мне включили музыку. Захожу. Она ничего не подозревает, стоит задом, якобы фоткается, поза была у нее. Потом фотограф ей говорит, повернись, посмотри, что там. Я там с кольцом на колени стою. Там у нее слезы, то все, как обычно.
самыми счастливыми мужем и женой! Женя, я тебя очень сильно люблю. Все-таки судьба нас свела, как бы то ни было, там мы в школе, не в школе. Благодарен судьбе за то, что мы на сегодняшний день с тобой вдвоем. Очень сильно тебя люблю. Дорогой мой Женечка, я хочу сказать тебе о том, что я тебя очень сильно люблю. Я очень рада тому, что судьба нас с тобой свела. А эта судьба — это ничто не может быть и другое. Я буду тебя всегда во всем поддерживать, как и поддерживаю сейчас. Я очень рада, что ты у меня есть. Я буду самой счастливой женой на свете. Я сделаю самым счастливым мужем тебя. Я тебя люблю. Женя и Женя женятся. Да-да, сейчас. Чуть-чуть. Погоди. Ага. Потихонечку туда подходишь. Взгляд сюда еще. Камера. Глаз вниз опустила, как я тело. Нормально? Да-да, хорошо. Прямо на точку вставать вниз. Как вообще, как вам свадьба? Вообще огонь. Огонь просто. Огонь, то есть там все горит? Я горю. Сегодня 21 июня 2019 года. Я теряюсь, я начинаю нервничать. А мне смотреть на камеру, прям в камеру или... Кому в камеру? Ну, мы с ним особо не ругаемся. Я не знаю, что говорить. Что говорят в таком случае? Как мы время? У нас работа, дом, и мы едем в Казахстан иногда к родителям. Чищу носик в мою сторону максимально. Прям вниз посмотри куда-то, прям на пол. Букашки ёбнутся. У нас сегодня нормальные ведущие говорят. Вы понимаете, самое главное, чтобы до президента дошли эти слова. Я подарки не дарю, мне платят. То есть ты в конкурсе участвуешь только за деньги? Я как ты. Продажный? Ну, тебе заплатили, мне заплатили. Невеста у меня что любит? Не любит вкусно покушать. Голос повыше. И взгляд сюда еще в камеру. Что это такое? Вот это разве свадьба? Ну скажите мне, это разве свадьба? Рюмка, вот, ну что это такое? Надо ногой топнуть еще. Вот это свадьба уже, вот рюмка, вот это да. И задал мне самый главный вопрос, на который я, конечно же, ответила да. Я вообще со стороны жениха. Вы не поняли? Я понял все. Так, стоп. Поправляй галстук. Взгляд можно в камеру чуть поулыбаться. Ну, жених, что? Ну, сейчас оттяпнул, как бы нормально уже, смотрю, стал. А пока трезвый был. Ну, пока трезвый, просто Женя был. Женька, прибежит такой, дядя Андрей, дядя, обнимет меня и плачет. Дай хлеба покушать, дома меня не кормят. Что еще про нее такого рассказать? Может, наводящие какие-то вопросы? Ну, сестренка у меня молодец, симпатичная. Ну, как всегда. Кстати, вы знаете, какая проблема в Москве и в Санкт-Петербурге вот с этими птицами, конкретно с голубями? Гадят. Цвет настроения есть, да? Цвет настроения синий. Женя, невеста, опусти руку ниже. И как мне это ко мне подвигаться чего-нибудь? Ага, можно? Наверх.